Доброе утро, ребята! Как классно я побухала разливного пива. У нас есть в Анапе, ну и как в каждом городе или каждой стране, очень классный разливной магазин пива. Оно реально свежее, вкусное. Я там уже что только не перепробовала. Ужас. Готовлю себе завтрак. У нас в Анапе тепло, но... Ночью было почему-то 0 градусов. Фейк. Это, наверное, фейк. Фейк, фейк, фейк. Завтрак у меня всегда вкусный, ароматный и все такое. Да. Угу. Это я порубила уже на, ну, стейк. Взяла, короче, порубила на эти. Он не дожарился, я его это, ну... ну, конечно, его можно и так кушать. Там, допустим, и недожаренный вон люди кушают. Альденто, альденто. Но мне так нравится. Там и раков продают, и миди. Всего продают. Вот такой еще салатик на сметанке. Не на майонезе, на сметанке. Вот. Ну, в общем, уже теплые деньки. Я уже гуляю на пляже. Ну, я вам ничего, конечно, не снимаю. Давайте в окошко выглянем. Давайте подышим свежим воздухом. Распахнем все нафиг в этом свете. Разъебем все мы на свете. Всем врагам назло у нас будет и здоровье, и настроение, и коттеджи, и дома, и участки, все, и квартиры. Вот всем врагам назло. Давайте посмотрим, что у нас в Анапе. На данный момент сейчас очень так прохладненько. Ну, такое, знаете, фреш, 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 такой фреш, слово фреш. Английское слово фреш, свежесть. Пахнет весною. Ну, уже и летом скоро запахнет. Так, знаете, прохладно. А такая свежесть. Солнышко еще сюда не повернулось. Стройка, вот. Да вроде что-то... Что-то делают на стройке, но не всегда. Не знаю, с чем это связано. Доброе утро, мои хорошие. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Кто будет завтракать, приятного аппетита. В том числе и мне, конечно. Ой, как хорошо на улице. Как хорошо. Окна надо помыть. У меня такие окна грязные. У меня такие окна грязные, что не знаю. Закроем пока окошко, потому что я буду здесь кушать. Вот взяла вот такой какой-то соус, не посмотрела. Соус для мяса анжичный с ягодами кизила. Вот то, что с ягодами кизила, кизил, мне нравится. То, что аджика, мне не очень нравится. Доброе утро, ребятушки! Доброе утро! Активизировалась Оля, гуляет, дышит воздухом. Знаете, бывает такая погода хорошая. Охота бухать пиво, охота купаться, охота вообще даже домой не идти. Но приходится. Ну, я потом еще буду, конечно, гулять. Мне, знаете, и ночью хочется на пляж, даже ночью охота уходить на пляж. Так хорошо вообще. Вот. Какая у нас на рынке рыба продается? Лещи, таранька. Этот это рыба как, ну, кабалык или как? Я столько рыбы с икрой, я так икры наелась, я так пива набухалась разного, нефильтрованного, фильтрованного. Слушайте, люди, вот устраивайте себе, кстати, праздник сами. Ну, дорого рыба подорожала. Один вот такой огромный лещ, такой, знаете, большой-большой лещ, 1200 стоит. Ну, он того стоит с пивом попить. Для бани купила.
В баню пойду отдыхать, буду париться, отдыхать и так далее. Ну, хочу, знаете, сделать, как бы, как раньше, вернуть свою привычку ходить там 2 раза в баню. Хотя бы в неделю. А то что-то я привычку забросила. И как-то... Ну... Вкусный соус. Ну, кинзил, да, чувствуется, кстати, ягоды. Но то, что аджика, он, блин, вот это не надо было им, конечно, делать. Вкусно, мои ребята, да. Блин, не знаю, как это все положить. Настроение как у вас? Несмотря на то, что где-то там война. Цены, да, поднялись. В Анапе цены поднялись, кстати, мои хорошие. Приятного аппетита. Ну, жизнь продолжается. Пиво, ну, вот где разливное пиво я покупаю, там, всякого, всяких видов. Оно как стоило, так стоит. А вот остальное, как бы, да, там, допустим... Что-то там невероятное, там, допустим, шампуни подорожали. Но тот, кто меня смотрит, и я шампуни, знают, что я закупилась этими шампунями. Бутинати. Это салатик. Помидоры, огурчики, зелень, лучок. Сметана. Сметану. Приятного аппетита, мои хорошие. Приятного аппетита. Здорово. И такая погода бывает, вот никуда не охота. Охота уже, знаете, дачники уже там, у кого дома, рассадой занимаются, уже огороды сажают, там цветочки сажают, там. Уникально. Вкусно. Жирком. Стейк с жирком. И, короче, огороды, коттеджи, там, участки у кого. Шашлыки, сосиски жарят, сардельки, купаты, мясо. Здорово. Сегодня погода хорошая. Плюс 14. Приятного аппетита вам. Жить надо. Разливное пиво. Если оно не бодяжное, если оно свежее, вкусное, оно полезно. Иногда можно побухать. Качественное что-нибудь. Да? Мои хорошие.
Там и с горчинкой есть. Ой, ну там свежее пиво, оно отличается, чем в этих банках. Свежее-свежее. Приятного аппетита. Кушайте много. Кушайте мало. Кушайте вкусно и полезно. Приятного аппетита, хорошего дня, хорошего настроения, здоровья, счастья. Радуйте себя банями, пивом, мясом, рыбой, икрой, раками, кальмарами, там, я не знаю. Всем-всем радуйте себя. Не надо унывать. Жизнь продолжается. Но пока продолжается, пока что. Дальше посмотрим. А если только плакать? Тут что толку? Ладно, хорошие мои, пока-пока. Сейчас на рынок за мясом, за пивом разливным и за рыбой с икрой. К пиву. Да гулять, наверное. Дышать свежим воздухом. Пока-пока. Вкусно. Ну, со сметаной что-то захотелось. Салата. Сюда бы еще чесночка бы. Пока-пока. Кушайте много, кушайте вкусно, кушайте мало, кто как ест. Кушайте полезно. До скорой встречи. Не унывайте. Вот такая погода. Эй, камера! Сейчас покажу. Видите, еще с камеры. Пока-пока. Вот море, все. Морешко видно пока что. Кушайте много, кушайте вкусно. Пока-пока.